Всем привет! Вы на канале Chef Games, меня зовут Олег. А это продолжение The Last of Us. Первая часть, уже не помню, 11-я, по-моему. 11-я серия. О как! Щелкунчик. Так, значит, мы прошли начальные катакомбы. Начальные катакомбы. И продолжаем. Сейчас, я думаю, мы встретимся уже с нашими ребятами, с которыми мы... Это Элли? Скорей. С которыми мы разминулись. Так. Ты готов? Я думаю, сейчас будет заваруха. Джоэл, это они! Сэр! Слава богу! Бежим! Давай, беги! Закрывай! Элли, отойди от двери! Может, вместе толкнуть? Кого? Погоди, 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 погоди! Да, 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 да! Да ё-моё! Заваруха понеслась, короче говоря. Так, да, все, идем, скорей. Давай. Вместе толкнем, поехали. А. Сэм! Он прополз туда! Он что? Сэм, ты что творишь? Вытаскивай нас! Поторопись! Ну, пошли. Все наверх! Живей! А закрыть не надо было? Пошли, пошли! Оп. Что дальше? Здесь нет ничего. Ой. Не открывается! Сади меня, я пролезу через окно. Нет места, попробуй нет места. Открыть. Только быстро! Залезай, Сэм. Ты тут не останешься. А как же ты? Выживу. Лезь. Давай. Мне кажется, мы сейчас отстреливаться будем. Готовьтесь! Черт. Начинается. Тихо! Тихо! Где ты? А вот это плохо! Вот это... Плохо! Давай! Раз и два! Тихо! Тихо! Хорош! Все, лежать! Уходим? Да уходим, балбес. Патронов нет, давай. Быстрей. Ну давай. Все, 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 все. Воздух. Что? Смотрите. Вы издеваетесь, что ли? Очень вовремя, ребята. И где башня? Мы рядом. Все, пошли. Что там? Осторожно, внутри зараженный не открывать. Милки, ты в порядке? А, как смешно. Чуть не подохли, а? Как смешно, как да. Смешно. Не самый прикольный момент жизни. Но мы выбрались. Ага. А, так, тут ничего нету. Есть что-нибудь тут, нет? Вот, отличненько. Где там инструменты следующего уровня? Мне пора уже дальше прокачиваться.
Так, что у нас с патронами? Короче, понятно. Патронов нету. Меняем на... Так. Да, один патрон. Снайперки, 4 патрона. Пистолеты. Все, ладно, погнали. Эй, смотрите! Вот она! А я что говорил? Угу. Теперь бы подобраться. Говорил он. Много ты говоришь. Нельзя перепрыгнуть. А ты как, держишься пока? Нормально, привыкла уж. Ага. Пока шла с Генри, сама прибила пару зараженных. Можешь мной гордиться. Да. Так, вниз можно. А эти туда прутся, да? И чё? Очень интересно. Что-то мне сдается. Я даже не знаю, куда идти. Давай вот этот дом обыщем. А там посмотрим. Так, взрывчатка. А у меня что? А у меня все полное. Вообще все. Полное. Интересно, как тут было до эпидемии? Девать некуда. Даже представить не могу. Думаешь? Стоять, что там? Нет, еще не все полное. Да, вот это вот мне нужно. И таблетки мне нужны. Таблеточками не разживетесь, а? Так, стоять. Только подумал о них. Шкафчики, пылесос. Так. А, вот так, да? А еще есть второй этаж. Вот, давай на второй этаж сначала. Не видать, как всегда, ни черта. Записочка. Читанием. Опять ночь, опять стрельба в окне. Карсонов видны вспышки. Мы собрались всей семьей в одной комнате и просидели так до утра. Никто не мог уснуть. Понятно, что рано или поздно грабители доберутся и до нас. Надо уходить. Снова приходит тот тощий парень, выменил у нас еды на патроны и предложил перебраться в его логово. Сказал, что оно хорошо спрятано и его легко оборонять. А еще сказал, что доверяет мне только потому, что со мной дети. Думаю, нам незачем оставаться здесь. Парню можно верить. Завтра попробую убедить всех принять его предложение. Кайл. Вот теперь все сходится. Это те ребятки... Идея оказалась не из лучших. Да. Это те ребятки, которые были в убежище. Ясно. Ясно. Так, что тут у тебя? Еще. Нет места. Идеи не из лучших, да? Да, кто знает, как лучше. Вам ведь тяжело пришлось, да? О, да. Ага. Еще как. А как вы познакомились? Моя подруга Марлин попросила его взять меня к цикадам. Вроде неплохо ладить. Ну да. Теперь я им помыкаю. Ага. Правда ведь, Джоэл? Конечно.
А, стоять. Блин, места нет. Так, что тут? Что тут? И что нам делать дальше? Как интересно. Как интересно. Облазить тут, конечно, можно вообще все. Ага. Так, вот сюда можно нырнуть. Что пишут? Полезете, пристрелю, стреляю на поражение. У меня ствол. У меня тоже. Когда началась эпидемия, мне было всего 5. Я плохо помню это время. Но мы жили в местечке вроде этого. А что ты помнишь? О, барбекю. Родители устраивали охрененные барбекю, приглашали толпы народа. Я до сих пор помню явственно, как пахло тогда. Странно. Угу. Сюда без вариантов. Обыскивать надо по причине того, что можно пропустить детали, а они здесь прям нужны. Еще, к тому же, вот туда, кстати, надо будет сгонять, там тоже надпись. Потом туда, к тому дому сгоняем. Погнали! Что тут у нас? Да ну... Стреляю. У меня есть оружие, проход освещен, стреляю без предупреждения. Они само гостеприимство. После начала эпидемии начались грабежи. Так. Недолго стать параноиком. А ты помнишь это время? Так, стоять. Чё с тобой, надо потрещать? Давай. Люди засели в своих домах. А потом еда закончилась. Вот да. Тогда люди показали, на что способны. Ну, пойдем. Снизу. Поднимусь, посмотрю, что там. Что я пропустил. Мне кажется, сейчас кто-то будет тут. По пути стопудово кто-то будет. Я имею в виду какие-нибудь враги. В плане грабителей. Так, вот сюда я еще. Ай-яй-яй. А можно? Что? Блин. А, это машина для мороженого. Для мороженого? Да, мне про них рассказывал Генри. Прямо из машины продавали мороженое. Опа. Что? Гонишь, Джоэл? Собаки. Это правда. Машина колесила по округе, играла громкая музыка, а дети выбегали на улицу и покупали мороженое. Да ладно, хватит тебе. Честное слово. Странное было время. Я же говорил. Так, я пропустил один домик, в который я теперь подняться не могу. Сейчас я сгоняю, все-таки мне интересно. Вот это вот. Это проход вот здесь между домами, а вот тут что? Открыто. Ну, это тот же дом, да, где мы были? Это тот же дом, где мы были. А вот этот? А вот этот, по-моему, без вариантов. Зря я туда прусь, да? Только время трачу. Ну ничего, ладно. На то это и игра, чтобы ее играть и проходить. Да. Да, здесь не подняться. Все, идем дальше. Так, собакам чуть попозже. Давай посмотрим. Собачки. К ним лучше не подходить. Это тебе не карантинная зона. Они одичали. Чё творю? Во, верстак. Верстак это отлично. Верстак это хорошо. Только я, по-моему, собрал очень мало деталей. А вот здесь можно зайти. В дом и посмотреть, что тут есть. Может, сейчас еще детали будут. Да. Отлично.
Замечательно. Нет еще? Нет. Так, туда пока не пойдем. Но нам, скорее всего, сюда, потому что там собаки, это их пристрелить придется. Скорее всего, они на нас нападут. Так, еще записка. Кара, ты уже совсем взрослая, поэтому остаешься за главную. Следи за братиком, пока меня нет. Ты за него отвечаешь. Я ухожу на несколько дней за едой и припасами. Если не вернусь через неделю, бери братика и иди в карантинную зону Питтсбург. Не открывай никому, кроме меня. Береги патроны, если придется выйти, двигайся тихо и быстро. Пользуйся тем, что тебя трудно заметить. До скорой встречи, папа. Да, я бы детей не оставлял. Опасно это затея. Нет места, нет места. Для патронов всегда есть место. Что тут? Балкон. Так, снова вниз и нам туда. Поэтому для начала я сейчас с оружием. Так. В порядке? Да. Тут потолок проседает. Осторожно. Сади. Ох, я. Смотри там. Не зря ты ее туда. Сейчас там лестница, наверное. И? Нашла что-нибудь? Ну? Дневник? Пожалуйста. Спасибо. Холодное оружие улучшено. Ага. Неплохо. Неплохо. Пусть будет. Пусть будет. Так, таблеток нет. Ничего нет. Но секретик собрали, секретик собрали. Снова балкончик. Чуть больше, аж таблеток нету. А там что? Ладно, пошли дальше. Пошли дальше. Здесь нельзя открыть? Нет. Давай крафтить. Так. Посмотрим. 211. Слушай, а неплохо. Так. Значит, ружья. Оп. По бронебой. Ходи. Скорость и бронебойность, да? А что за прикол? Бронебойность. Мощность, урон, бронебойность. Пули из оружия пробивают броню. Так, интересно. Скорость перезарядки. Емкость магазина не прокатывает. А здесь еще третья. Давай бронебойность возьмем. Может, хотя бы с одного раза будет срубать. Кто его знает? Что там дальше будет? Может быть, на дальняк придется швырять свинец. Так. Сейчас я быстренько сварганю. Я чувствую, это будет серия, наверное, лайтовая. Сколько же можно по катакомбам лазить? Есть такое дело. У меня 136. Здесь 30. Ну, в принципе, 30-ку, я думаю, можно будет потратить. Давай.
30-ку потратим. А, то есть тряпкой надо было протереть. Ага, ну хорошо. Хорошо. Здесь все, 4-е, здесь 5-е. С этим закончен. О, стоям было. Назад. Назад, говорю. Теперь давай посмотрим. С луком я мало ковыряюсь. А вот с дробашом. С дробашом почаще. Что у нас здесь? Это 4, 3, 3, 3. Емкость магазина. Скорострельность. Дальность. Слушай, дальность 30. Этот 30. Давай, берем дальность полюбас. Дальность штука хорошая. Тем более дробаш это вещь. Чё ты там накрутил? Чё такое? Удлинил, короче, ствол, да? Красавчик, красавчик. Дальность это хорошо. Теперь 5-й инструмент нужен будет. И емкость магазина. Берем. Плюс 1 патрон, и это хорошо. Конечно, для этого надо было только протереть. Красавчик прям. Ой, ставь лайк, если тебе нравится The Last of Us. Так, у меня 40. Скорострельность повышает скорострельность оружия. Скорострельность плюс 20. Блин, а у меня же еще... Давай, я это беру. Дробаш это мое оружие. Дробаш это хорошо. Все, с этим закончили. У меня закончились все детальки. Но я хочу посмотреть, что можно с этим делать. О, как интересно. То есть я могу разброс... Скорость перезаряда, это все на первом уровне. И, в принципе, немного. Я сейчас его, наверное, буду прокачивать дальше. Потому что штука прикольная. Обрезик. Емкость магазина. Скорострельность. Хорошо. А что у нас с пистолетами? Ну, этот можно много прокачивать, а этот нет. Да, этот тоже могу, в принципе, потихоньку тоже прокачивать. И осталось раз и два. И на этом мы закончим. Вот его, наверное, прокачаю. И прокачаю. К нему частенько патроны появляются. Все, закройся. Вот, отлично. Конечно, отлично. Погнали. Угу. Дробаш. Рабаш. Оп. Можешь все-таки сходить к собакам, а? Убежали. Испугались. Так, здесь ничего. Пойдем вот сюда. Посмотрим, что тут. Вот и патрончики к револьверу. Револьверу патроны. Обалдеть. Можно что-то прокачать. А что можно прокачать? Это что? Изготовление предметов. Ну, это такое себе. Скорость лечения. Вот это хорошо. Освобождение из захвата щелкуна с помощью заточки. А вот это прикольное. Либо можно здоровье. Ну...
Я думаю, что вот эту надо взять. Отлично. Заточек у меня много. Щелкун цапнуть, в принципе, вариант такой бывает. И снова выход. Есть что? Ничего. Опа. Еще. Мал 13. Я думал, может еще что прокачать. Там минимум 15 должна быть. Так, посмотрим, что наверху. Уже 25 минут бегают тут по всем домам. Ну, это прикольно тоже своего рода. Интересно. Опа! Сейф. Так. А вот это уже интересно. А где пароль взять от сейфа? А вот здесь. Скорее всего... Блин. Не знаю. Тут нет патрона. Ой, патрона, господи. Пароля. Незапертая дверь, казалось бы, мелочь. Кто-то забыл запереть дверь, и в лагерь ворвались чудовища. Мы перебили всех, кто проник внутрь, и написали предупреждение снаружи. Со мной Сьюзен и двое детей. Насколько я знаю, больше не выжил никто. Мне приходится сил удерживать Сьюзен, чтобы она не убежала туда к трупам. Это слишком опасно, ее дети погибли, а я даже не знаю, что ей сказать. Я уже давно хочу сдаться, опустить руки и подчиниться воле обстоятельств, что может быть легче, но я не могу, слишком сильно верю в человеческую природу. У нас еще есть шансы. Мы можем выжить, я должен быть сильным ради нее. Ишь какой ты, а? Да, если бы он знал, что по факту они еще были живы, и их можно было спасти. Вот такая вот грустная и печальная история. А мне нужен пароль от сейфа. Где его взять, мне непонятно. Возможно, где-то в этом доме. Дом большой. Блин, жаль, не открывается. Ага. Элли, я тебе комиксы нашел. Клёво. Носитель информации. Хорош. Ящички. Что, детская, что ли, какая-то? Так, на стенах ничего не написано. Надо посматривать на стены. Опа. Что это? А вот и пароль. 8-21-36. Перевернуть нельзя. Ой, фонарик. 8. Чего? Блин. Ладно, бог с ним. Посмотрим. Нет места, нет места. Хорошо. О, стрелы. Ничего не трачу, кроме патронов. Так, еще разочек. 8-21-36. Оп. 8-21. И 36. Стоять! Куда? 36. Хлобысь. Вот эта баночка. Слушай. Я сейчас еще схожу прокачаю. 50, это прям нормуль. Ой, ну а чё? Ой, погоди. Встань, братан. Все там? Все.
И это я сейчас еще схожу, прокачаю. В принципе, мы ушли недалеко. Ну тут все. Эй, Сэм, осторожней. Да, да. А где они? Ну ладно, я первый. Это я не понял, а где они? О! Чёрт. Теперь ты. Ладно. Чё не делают? Бросить? Ага. Ух ты, да я талант. Вот. Повезло. А вот и нет. Просто повезло. А, господи, дартс играют. Иди отсюда, задавака. Чузики. Так, чё, продолжаем. Продолжаем идти потихоньку дальше. А, вот так, да, здесь тупичок. Нам в любом тут случае... Тут были цикады. Да, похоже на то. И как их искать? Я знаю одного человека. А, вон цикад. Это мой брат. Он был цикадой. Насколько я знаю, он в Вайоминге. Доберемся туда, найдем его, а потом и цикад. Ну что, вы с нами? Ха. По-моему, отличный план. Ну и все. Шикардос. Слушай, Генри. Что? Я думаю об остальных. В смысле? Ну, если мы выжили, может, кто-то еще сумел выбраться? Да, Сэм. Очень может быть. Я тут... А, вот, что-то я... дротик загнать. Ну-ка. Оп. Понятно. Ха. Когда-нибудь дети смогут снова быть детьми. Пойдем. Да, идем. Я уже везде все, что мог, обыскал. Вроде бы, да. Здесь тоже все. Ну, погнали. Да, долгий процесс здесь обыскивания. Но мне кажется, что сейчас будет заварухинг. Ага, ну все. Теперь уже назад пути не будет. Погнали. Оп. Опа. Чертов снайпер. Понесла. Откуда ты с улицы? Ладно. Сидите тут. Нет. Никаких но. Вы будете его отвлекать. Я попробую зайти с другой стороны. Ладно. Аккуратней. Да не вопрос. Какие вообще вопросы? Так, во-первых... А, ну, в принципе, по домам, скорее всего, да, наверное? Вот только с какой стороны идти? Вот это вопрос. Так, ну что мы решили с вами? Пойдем направо или налево? По идее, налево, прямо здесь вот сейчас вот можно. Ну, давай посмотрим. Здесь по факту. Да, вот можно в дом зайти. Здесь, мне кажется, вообще, наверное, бесполезно было идти. Скорее всего, да. Как-то не очень. Оп, оп. Слушай, а я, кстати, может, его увижу, а? Тихо. Вижу. У меня есть идея. Спрячьтесь в доме. Все равно я... Ладно. Не вариант. Это какой такой маленький дружок? Ладно, пошли. Пошли правее. О, черт! О!
Да давай уже. Я чувствовал, что здесь будет заваруха. Ладно. Оу! Да ты ж пёс! У меня, говорит, есть идея, спрячьтесь в доме. Да нету места, блин. Столько здесь всего вкусного. Ладно, надо просто быстрее двигаться. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Пошел. Так. Мысли. Тихо. Тихо. Заходите, пора играть. Так, мне нужна тачка какая-то. Погнали. Оп. Тихо. Пошли. Отлично. Да сядь ты, дурачок. Так, тот дом, да, открытый. Ну, давай, погнали. Тихо. Тихо. Да беги, дурачок. Опа, пошел. Тихо. Хорош. Да блин. Четверка, тройка. Пока никого не вижу. Пойдем в дом. Хорош. Тихо. Ага. Не. Получил? Не. Не вижу я пока никого. Там еще раз, два. Куда ты пошел? Воу-воу-воу-воу-воу-воу, погоди, пока я не готов плясать. Так, пока никого не слышу. Слушай, они нормально так одеты, да? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да вы что, прикалываетесь? На всякий пусть. Дом я не особо что-то обыскал, да мне кажется, и тут и без вариантов. Идти надо дальше, да и все. Есть смысл тут обыскивать, пока меня обстреливают? Ну, пока он один.
Да ну, может, и есть, конечно, смысл. Вдруг что интересненькое возникнет тут. А я пропустил этот момент. Так, ладно, дверь заколочена. Здесь без вариантов, идем по задкам. Угу. Нет тут ничего. Все, погнали дальше. Не вижу никого. Тихо, тихо. Ну, это и домом-то сложно назвать. Да, тут полная беда. Так, как мне лучше-то зайти туда? Мне кажется, я помню вот этот по фильму. Блин, какой фильм? По сериалу. Куда это вы собрались, такие красивые? К тебе, братан, к тебе. Сейчас, подожди, я дойду до тебя. Опа. Ты за это ответишь? Конечно. Вот иду отвечать уже, братан, давай. Так, пошли дальше. Ты стреляешь в меня, нет? Ну давай. Выходи. Бам-б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 ам. Ой, что ты делаешь, дурачок? Оп. И так вот тебе. Хрена себе! Ха! Ну давай. Оп, оп, выходи. Тебе кранты! Прости, братан. Так, 8 патронов. Мало. Оп. Ну, как бы, да. Патронов. Хорошо, идем. Так, не так, кнопка. Блин, где ж тебя искать-то? Это нехорошо. Мне кажется, он здесь. Еще выше. Либо я не дошел.
Блин. Мне кажется, это не тот дом. Ладно. Ё-моё, это тот дом. Ага, где ты? Тихо. Тихо. Не. Всё, успокойся. Опа. Опаньки. Так, это наши. Раз. Давай. Так, это свои. Дари. Сколько вас еще там должно быть, а? Ну? Держитесь. Блин. Где? Ах ты... Гадёныш. Да блин. Хорош. Бежать. Ну. Да когда же вы кончитесь-то, а, твари? О! Мои старые знакомые. Нет. Ну же, Генри. Ну и что я должен с ним сделать? Блин, да вы что издеваетесь? Во сколько там? Твою мать! Тихо! Да блин, ты посмотри на этих ушлепков. Что я должен сделать? Ага. Вылазишь, да, потихонечку? На, получил, балбес. Ой-ой-ой-ой-ой. Окей. Это не к добру. Глянь сюда. Все, разобрались. Валите нафиг оттуда. Пора валить. Вот так. Ё-моё! Генри! Сэм, ты молодцом? Я в порядке. Точно? Да нормально все. Пошли, пошли. Идем. Быстро, быстро, быстро. А! Сколько я должен еще снимать их, а? Да, щелкуна. Давай.
Давай. Да блин, промашка! Бежать! Да их тьма же, ё-моё! Всё, вали! Господи! Валим, валим, валим! Ты живой? Пока да. Никто не ранен? Все целы. Ладно, пора уходить отсюда. Идем. Валим, валим, валим. Догонишь ты? Нет, правда. В день рождения Томми хотел одного. Взять два Харлея и рвануть к океану. А, ну жизнь. Хотел бы я прокатиться хоть разок и умереть. Ну и как? Круто, очень круто. Круто? Ты его слышала? Эй, чувак, подробности, выкладывай. Знаете что, вам тут и двоим будет хорошо. Нет-нет, Элли, Элли, это тебе не обычный мотоцикл, ясно? Ты садишься на него, двигатель ревет. С ума сойти! Правда? И откуда ты знаешь? Мне это приснилось. Ясно. Похоже, никто из наших уже не придет. Да. Тяжелее всего будет сказать это Сэму. Что ж, можно сказать, эти двое нашли друг друга. Что делаешь? Считаю, какую еду мы сегодня нашли. Ясно. И большой у нас запас сладких персиков. Тебя Генри прислал? Нет. А что, должен был? Ну как же, за мной присмотреть. Мы все отлично справились. Особенно ты. Что-то случилось? Не, все нормально. Хорошо. Ну... Спокойной ночи. Как ты ничего не боишься? Кто тебе сказал? А чего ты боишься? Например... Например, скорпионов. Одиночество. Боюсь остаться одна. Ну а ты? Всех этих тварей. А что, если внутри них люди? Пленники в теле, которое перестало их слушаться. Вдруг так будет со мной? Окей. Теперь мы одна команда. Мы будем помогать друг другу, а еще они выглядят почти как люди, но это одна видимость. Генри говорит, что они в раю встретились с семьями и счастливы. Думаешь, это правда? Я сама не знаю. То есть, хочется верить. Не выходит? Типа того. Да. И у меня. О! Я чуть не забыла. Сейчас отдам. Вот. Если он не узнает, то и не отнимет. Ладно. Я спать. До завтра.
Эй, пахнет вкусно. Доброе утро. Где Сэм? Дал ему выспаться. А. Хочешь с ним поболтать, иди и разбуди. Ладно. Сэм? Сэм! Что такое? Заразился! Ты что? Это же мой брат! Сэм! Твою мать! Черт! Элли! Элли, ты цела? Угу. Господи! Сэм? Нет. Сэм! Генри, Элли, замри. Генри! Что я наделал? Отдай мне пистолет, ладно? Сэм! Тише, тише, успокойся. Это все ты! Тут никто не виноват. Это все ты! Генри! Генри, нет! Господи! Грусть — печальная история. Как-то так. Ну, тут следовало ожидать. Рано или поздно что-то где-то. Как-то... Круг Джексон. Что там Значит, происходит? Значит, мы рядом с Джексон-Сити? Осталось пара миль, не больше. Готов увидеть любимого брата? Сложный вопрос. Нервничаешь? Сам не знаю. Да, вот и закончилась печальная история двух братьев. Коротко началась, коротко закончилась. Что пишут? Округ Джексон. По факту, мы уже подходим к брату. Дамба должна быть, по идее, да? Ничего тут интересного не завалял случаем? Видимо, нет. Ну, я видел, когда его подкусили, как раз я снял этого балбеса. Пистолет... Опаньки! Пистолет новенький. С прицелом. Какая глупость. Какая глупость. Эль Дьяволом. Это, я так понимаю, Магнум. Скорее всего. Это, скорее всего, Магнум. Так, давай посмотрим. И что... Ну зачем? Зачем такая глупость? Одно дело это винтовка, а другое дело... А другое дело... Пистолет, хоть и Магнум, конечно, он дальнобойный. Давай-ка пока вот так сделаем. У нас еще есть 4 патрона таких. Почему стрелы? Ну, давай поменяем тогда сюда стрелы. Сюда дробаш. Ну, вот так давай попробуем. Я не знаю. Посмотрим.
4 патрона таких, давай вот так оставим. Погнали. Вот тебе и дорога. Что-то там идем внизу лежит. Река приведет нас к Томми. Давай. Идем? Ну, пошли. Что делать-то? Ну? В смысле? Я что должен сделать? Пошли. А, может. Нет. Да что ты какой вредный дядька-то, а? Фу, блин, вот же проход. А что у вас произошло? Ты о чем? Бомми, не вместе. Значит, что-то случилось? Небольшая размолвка, вот и все. Я так и знала. Что не поделили? У Томми свой взгляд на мир, у меня свой. И поэтому он примкнул к цикадам? Да, твоя подруга Марлин подарила ему надежду. На Томми такой человек, запала у него хватает ненадолго. Он ушел. Ну и как вы с ним расстались? Кажется, он сказал, надеюсь, больше никогда не увидеть твою рожу. Ого. А он нам поможет? Это мы скоро узнаем. Ну, так или иначе, до цикад мы доберемся. Идем дальше. Это все заморочено. Ну, нам вверх по реке это в любом случае. Поэтому пошли вниз. Проход, что ли, был? В таких местах что-нибудь может быть, но ничего нет. Угу. Там блестело, что-то надо посмотреть, забрать. Что, журнальчик, что ли? Кто ж потерял тут журнальчик-то? Чужеродный элемент. А у меня разве не было такого? Ладно, бог с ним. А, это тачка. Уже обросла вся. Сколько лет прошло? Сколько прошло лет? Оп. Хорош, нет бы, блин, обойти. Я тут падаю. Так, мост. Мост. Красиво, красиво. Мост, река, шум. Сейчас удочку и порыбачить рыбку. А что это? Вот это гидроэлектростанция. Гидро кто? Она превращает энергию потока воды в электричество. Как она это делает? Слушай, я знаю, что она делает, а не как. Ладно. А как мы переберемся на ту сторону? А нам что, надо на ту сторону? Ты прикалываешь меня? Ну, давай посмотрим, что здесь. Угу.
Откроешь ножиком? Откроешь. Вот так. Есть. Так, посмотрим, что тут у нас завалялось. Таблеточки, патрончики для магнума. Ой, сколько всего. Я так понимаю, все, да? Взрывчатого вещества нету. Круповерт не хочешь взять? Шурик, шур-шурик. А здесь что? В общем, ничего. Ну, какая вода прозрачная, а? Кайф. Я надеюсь, мне нырять не придется. Хотя я бы, может, понырял бы. Посмотрим, что я могу сделать. Ну, это полпути. Если поднимем вторую часть, переберемся. Прикольно. Ладно, давайте на этом мы закончим эту серию и в следующей серии продолжим путь дальше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А мы увидимся в следующей серии. Пока-пока.